сентябре владимирцы так и не дождутся проездных билетов от Бига Автотранса. Напомним, летом компания приостановила продажу единого проездного на 6 городских маршрутов и один пригородный. Основание – большое количество подделок и снижение пассажиропотока в период отпусков и школьных каникул. Все надеялись, что к сентябрю ситуация наладится, однако решение по проездным перенесли на октябрь. По словам официального представителя Бига Автотранс Юрия Желдыбина, сейчас компания ищет баланс между ценой и качеством, и пока найти его не удается.